Надо будет с Бубой так же. Да ёп! Идете друг другу по судьбе. Подожди, ну-ка, этот шаблон использует шаблон. Ща. Нормально, чё это? Далее, в черновик. Все. Видите, как тиктоки делаются? Бац-бац, готово нахуй. Нет. А выложить? Бля, сейчас я буду весь мусор нахуй теперь выкладывать, что ли, все в тикток. Такое не наберет просмотра, я думаю. Тем более, я в свой тикток себя выкладываю. А тут Буба. Да не наберет! Чё, блядь? Наберет. Да не наберет! Да, блядь, что, реально Бубу выкладывать к себе в ТикТок? Бля, да меня там не поймут, скажут, ты что, да ёбнулся нахуй? Это вы здесь все поняли, в чем прикол? А там, сука, отменят. Еще и добавят список миротворцев потом. Ну, блядь, страшно такое выкладывать. Туюта. Поймут, еблан. The Vammer, спасибо. Бля, ладно, давайте я выложу, похуй. Да поебать вообще, похуй, блядь. Похуй, поебать. Поебать плюс похуй. Похуй плюс похуй. Сука, не дай бог они просмотры, а оно просмотры не наберет, ебаный рот, блядь. Какие теги надо указывать? Какие теги надо указывать? Напишу, моя кошка. Моя кошка. Хэштеги надо или похуй? Какие теги там надо указать, чтобы миллион просмотров было? Но вы должны будете меня поддержать тогда сейчас этим тиктоком. Лайк поставить, вся хуйня. Ну, скажешь так, продвинуть его. Хэштег слава России. Чё, блядь. Господи боже мой, ребят. Ну-ка, а если хэштег русский? Есть такое? Хэштег русский. Там такого хэштега нет. Ебать. Там нет хэштега русский, ебать, удалили тупо. Охуеть. А хэштег Россия? А вот хэштег Россия есть, хэштег русского нет. Нет, таких хэштеги я не хочу добавлять. Давайте хэштег рек. По стандарту, рек. Хэштег... Блять, не знаю, кринж. Рекомендации. И я думаю, достаточно. Если напишу, кота уже выкинул на помойку, тогда ничего не будет. Опубликовать. Привіт. А ти знав, що... Що ти робиш? Сука. Це не волосся. Сука. І чого, де він? У мене тікток про... А, воп, появился. Я русский! Ну, ребят. Я это сделал. Вы не можете поделиться этим клипом, так как он находится на модерации. Блять, он на модерации теперь, ёб твою мать. Ссылку. Да, я пытаюсь скопировать, я сейчас ТГ засуну к себе, да? Хуя? Здравствуй, Лёша. Я хочу сделать подарок своей подруге Стримел. Привет от тебя. Можно ли как-то договориться о нем с тобой? Спасибо за твои... А что это за подруга такая? Бабка у подъезда, спасибо тебе за 500 рублей. Договориться? Ну вообще нельзя. Ты знаешь, сколько таких людей после тебя появится, которые хотят подарок сделать? Подруги-други.
и рейдят меня. Поэтому и без обид, но я сразу скажу, что нет. Сори. Да я, блядь. У меня 0 просмотров, 0 райков, лайков, нахуй, редан, блядь. Да пиздец, сука, оно... Ладно, похуй. Ха-ха, пи-мапс. Привет, а ты знав, що... Що ти робиш? Це не волосся. Ха-ха, пи-мапс. Я почти пришел к Свете домой. Осталось, ну, где-то минут 10. Ох, здравствуйте, Иван. А можно с вами сфоткаться? Конечно, можно. А что с тобой случилось? ЧВК и Дан меня ищут. Я вас проведу к Свете. Нам надо в обход, чтобы они нас не нашли. А кто это такие? А, типа новый вид Офника, но только у них не эмблема компаса, а костюмы в виде паука. Ну я ему говорю такой, на, получи. А он мне говорит такой, ой, не надо. О, он у подъезда Светы. Надо что-то придумать. Есть идея. Мы набросим на него одеяло, и когда он снимет с себя его, мы уже будем внутри, и он нас не заметит. Хм, ну что ж, действуем. Да, босс, у нас все по плану. Что? Кто это сделал? Покажитесь. Фух, мы справились. Теперь вы можете идти к Свете. Спасибо большое. Удачи тебе. Пока. Я почти пришел. Бля. Здравствуйте, друзья. Это видео будет на русском языке, так как касается наших соседей. Вчера, 22 декабря, под обстрелами со стороны Новой Каховки... А, это старое видео. Погиб Сергей Зузин. Вот видео с нашей с ним последней встречи. Большущее спасибо, что вы беспокоитесь. Ну, извините, пожалуйста, я хочу здесь остаться, честное слово. Там он подвал есть, и заскочим, если что. Вот так вот. Да, я, кстати, только сейчас понял, что я нажал на свои подписки. Ну ладно, давайте посмотрим. Ну как-то, извините, ну, дети, простите, пожалуйста. Можем им передать кача. Берегите себя. Берегите себя, это главный будет подарок. Дать Бог здоровья. Давайте, давайте. Как видите, Сергей Зузин обычный житель поселка Козацкое. С искренней доброй улыбкой и желанием просто жить на своей земле. Но тут пришли освободители. Поразительно, но ведь еще совсем недавно... 8 месяцев подряд эти же люди пафосно в пьяном угаре, а трезвыми их просто еще ни разу никто не видел, разъезжали на своей технике по этим же улицам. Жили в этих же домах, срали в этих же домах, помечая заборы своими Z-свастиками. А сегодня они беспощадно расстреливают эти дворы, убивая мирное население, потому что это и есть их истинное лицо. Я знаю, что это видео посмотрят и на том берегу Днепра. Так вот, я хочу обратиться к тем, кто по-прежнему еще сопереживает оккупанту, верит в эту пресловутую идею о русском мире. Знайте, что рано или поздно оккупант уйдет и оттуда. Это лишь вопрос времени. Так вот, он будет обстреливать и вас точно так же, как сейчас уничтожает мирных людей поселка Козацкое, Веселое и сотни таких же населенных пунктов. Потому что это и есть их истинное лицо. И никакие они вам не братья. Не смешите меня. Кто? Варвары из Улан-Удэ, которые пьют воду из унитаза, думая, что это раковина? Или вечно обиженные, угнетенные чмони из так называемой ДНР? Или, может быть, НКВДшники-кадыровцы, которые с удовольствием линчуют российских пацанов за то, что они отказываются исполнять приказы убивать и грабить местное население. Вечная память Сергею Зузину и десяткам тысяч таких же, которые хотели просто жить на своей земле. Слава героям, которые положили свои жизни за то, чтобы украинцы жили на своей земле. Здравствуйте, друзья! Вот так вот, дорогие друзья. И происходит. Кто там мне 500 рублей донатит? Вадим, спасибо за 500 рублей. Я не дед инсайт, мне просто любопытно, в чем смысл жизни. Можешь посоветовать что-то. И да, мне нравится тебе донатить, чем кому-либо.
Спасибо тебе за 500 рублей. Смысл жизни? Он у каждого свой. Вот ты говоришь, у тебя есть цель какая-то. Ну вот, получается, в данный момент времени смысл твоей жизни в той самой цели. Ее достичь. Понимаешь, да? Смысл моей жизни. Спасибо большое за 6 евро. Привет. Можешь, пожалуйста, поздравить да. Артема Доминова с днем рождения меньше, чем 3. Моей жизни, соответственно, заключается в данный момент в том, что я вот стримлю для вас, для своей аудитории, да, мы сидим, пердим, проводим вместе время, веселимся там, и иногда не веселимся, всякое может быть. Ну, то есть заниматься тем, чем я занимаюсь, занимаюсь любимым делом, соответственно, да. Вот, в этом и смысл моей жизни в данный момент. Привет, Хесу от Милохина, блядь, что? Справедливости, я сейчас буду типа разгонять на эту хуйню. Ты что? А чё голый? Привет. Ой, Хесус... Хеу... Справедливости? Понятно. Милохин голый... сидит на Твиче. 6 минут назад. Я сейчас буду типа разгонять на эту хуйню. Ты что? Хесус, привет. Ой, Хесус... Хес, привет. Ой, Хесус. Что-то он... И тут он завис такой, типа... Ну да, Хесус. Только это был не я. Ну ладно. О чем голову? Да я ебу. Так, что с моим ТикТоком в итоге? О! О! Ребята, блять, ребята, кидаю ссылку. Кидаю ссылку. Для начала я закидываю их себе в ТГ. Сейчас так, сюда. ТикТок с Бубой. И? Не-не-не. Буба записала ТикТок. И все, собственно говоря, да? И ссылочка. Отправить. Теперь я отправляю вам в чат, ребят. Поддержите Бубу. Было бы охуенно, если бы данный ТикТок набрал, ну, хотя бы 1100 лайков. Благодаря рекомендациям, конечно, ТикТока. И Буба стала популярной. Поддержим Бубу. Вот ссылка, ребят. Всем спасибо, кто поддержит начинающую ТикТокершу Бубу. Как-то недоступно. Недоступен. А, ну извините, вы из России, блядь. Так, у вас есть моды различные, разве нет? Позволяющие вам по итогу смотреть ТикТоки. Мод скачайте. Вы что, блядь, до сих пор этим не пользуетесь? Вы вообще, что ли? Бубу в миротворец. Да ладно, ну. Че вы? Она прикалывается, не обращайте внимания. Она вообще американка коренная. Ну, Буба. Так что, да. Какой мод? Забей. Surfshark, видишь? VPN. По ссылочке переходишь, покупаешь. И еще и випку получаешь. Бонусом. Ну и скидку, конечно, по моему промокоду 83%. Я просто ТикТоком не пользуюсь. Ну, бля, ради моих ТикТоков можно иногда зайти туда. Разве нет? Хотя бы лайк поставить. Ебаный рот, бля, ебаный рот, бля, ебаный рот, бля, ебаный рот, бля. Так, что там по лайкам сейчас? Хуя уже 2000 лайков, ребят, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Пиздец, а я не думал, что я сегодня выложу новый ТикТок. Вот как бывает, а? Живешь себе, живешь, и тут новый ТикТок выпускаешь, блядь. Прямо во время стрима. Пиздец.